Друзья, сегодня мы приехали в семью. Там один мальчик спит. Он заболел. Это еще два мальчика. И мама. Папа их не на работе. Они живут сейчас на текстиль. Это даже уже почти, как говорится, даже не Петровка, а уже ближе к Трудовским. Они находятся в съемной квартире. Дело в том, что они жили в Тельманском районе, село Николаевка, а там их очень сильно обстреливали. И им пришлось переехать. Сегодня, благодаря вашей поддержке, мы приехали, привезли тут немножко продуктов, поддержать эту семью, а также еще приехали с подарками. Друзья, огромное спасибо за то, что вы помогаете людям, и не забывайте живущих на линии фронта. Спасибо. Большое всем спасибо. Мира на земле и у нас на Донбассе. Спасибо большое.